ты сам-то кормил щей в окопах?» — раздался грубый голос. «Он их сроду не видал. Подари ему тройку на разводку. Ты нам про свободу не говори, ты нам про войну говори. Мы 3 года воюем. Это вам хорошо в тылу брюхо отращивать. А нам знать надо, как войну кончать». «Солдаты!» — воскликнул опять Николай Иванович. «Знамя революции поднято, свобода и война до последней победы. Вот черт, дурак бестолковый! Да мы 3 года воюем, победы не видали. А зачем тогда царя скидывали? Они нарочно царя скинули, он им мешал войну затягивать. Товарищи, он подкупленный!» Подполковник Тетькин, раздвигая локтем солдат, протискивался к Николаю Ивановичу и видел, как сутулый, огромный черный артиллерист схватил комиссара за грудь и, тряся, кричал в лицо: «Зачем ты сюда приехал? Говори, зачем к нам приехал? Продавать нас приехал, сукин сын!» Круглый затылок Николая Ивановича уходил в шею, вздернутая борода, точно нарисованная на щеках, моталась. Отталкивая солдата, он разорвал ему судорожными пальцами ворот рубахи. Солдат, сморщившись, сдернул с себя железный шлем и силой ударил им Николая Ивановича несколько раз в голову и в лицо.